Саш, с дебютом. Как ощущения от матча? Ну, ощущения положительные. Конечно, хотелось бы с положительным счетом выйти на перерыв. Ну, получилось ничья. Ну, рад дебютировать. Все. Как оценишь свой дебют? Ну, мог бы намного лучше сыграть. Ну, не знаю. Ну, неважно. Так. Как тебе атмосфера на трибунах? Блин, была бомба. Такой атмосферы не хватает нам в российской премьер-лиге. Весь стадион заполненный. Вообще супер. Как ты думаешь, за счет чего сборной России во втором тайме удалось додавить соперника? Ну, я не знаю, пацаны вышли на классе, такие более опытные. Я думаю, за счет класса получилось победить. Ну, в любом случае, было слишком много борьбы, поляна не самого лучшего качества. Вот так пацаны молодцы.